Пилот иорданских ВВС Муаза Аль-Касасбеха был сожжен заживо группировкой «Исламское государство». В интернете появились кадры, на которых видно, что иорданец в оранжевой робе находится в клетке, которую боевики поджигают. По этическим соображениям Евроньюс не демонстрирует эти кадры. Иорданский пилот попал в плен к исламистам после того, как его самолет потерпел крушение над сирийским городом Ракка в конце декабря. Боевики в обмен на освобождение летчика требовали от властей Иордании выдать им террористку Саджиду Ар-Ришауи. Они пообещали, что если та не будет доставлена для обмена к турецкой границе до захода солнца 29 января, они убьют иорданца.